Слуху моей красивой радости веселья, возрадуются кости смиренные, отратит лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий дух правообнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отними от меня, воздаст мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся. Славна бы церковь моя, Боже, то и в храме новия наша, и приведи меня в Иосифе, спаси мне, Боже, напаси мне. Thank you.
воздаяние святых Божией Церкви и соединение всех. Пища Божьей Церкви, если там была верна Александра Невская, имя Своей Сына Святого Духа, Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Украинская православная церковь, верующие Харьковские епархии, Воспечение, благословение во блаженство, блаженнейшего Лукрия, митрополита Киевской и всей Украины, из заводы 25-летия Харьковского Святого. От Матфея Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, славе. Слава Время Бога, шедший Иисусу в Капернаум, приступив к нему сотник, моля его и глаголя: «Господи, отрок мой лежит в дому, ослаблен, люди стражда». И глагола ему Иисус: «Братья и сестры, подходите на вторую чашу». Подходите на вторую чашу, пожалуйста. И Господи наше блаженнейшего Лукрия, митрополита Киевской и вся Украины, и Господи наше высокопресвященнейшего Лукрия, митрополита Харьковского и Владимирского Пастора, Боже, храни вас страну нашу, нас не держать, и Боже, святого храма сего и вся православная христианы, Господи, сохрани вам многое вера, и сестры, сердечно хочу вас сегодня приветствовать и радостью, с радостью вместе с вами делиться сегодняшним особенным днем, историческим днем для этого села, что сегодня мы совершили великое дело, дело веры православной церкви, дело каждого человека и каждого верующего христианина. Сегодня мы осветили небоподобный, как сегодня в молитве мы читали, храм Божий. Это тот живой источник, который мы являемся свидетелями тому историческому освящению этого храма. В честь благоверного Александра Невского, защитника, воина нашего православного христианского народа. Позвольте в сегодняшний день освящения этого храма, подарить отцу настоятелю и приходу этому икону Божией Матери, с надписью «О сегодняшнем дне». Сия икона Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, именуемая «Взыскание погибшим», преподносится дар религиозной общине Церкви Святого Благоверного князя Александра Невского, села Токарівка, Дергачевского района Харьковской области, день посвящения храма. Митрополит Ануфрий, митрополит Харьковский и Богодухий, 2 июля 2017 года. Благословение Божьей Матери, да пребудет с вами во веки веков. Аминь. С праздником! За заслуги перед Украинской Православной Церковью Олександр Анатолійович Яровий нагороджується орденом Української Православної Церкви святителя Миколая Чудотворця. Ануфрій, митрополит Київської та України, представитель Української Православної Церкви. Благодаря!